Компания «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» провела фестиваль «Где рождается искусство». Начинающие музыканты сыграли и спели с именитыми учениками народного артиста России Юрия Розума. В программе мастер-классы по фортепиано, гитаре и академическому вокалу, творческие встречи и круглые столы. Для участников фестиваль это уникальная возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и получить профессиональную оценку метров. Подробности о том, как проходил фестиваль, мы расскажем в итоговом информационном выпуске «Новости. Главное за неделю».